Так. Надо деньги, которые наворовали, снять. Время, говорю, мало, чтобы погулять. А чё они перерезают? Так, сколько надо денег? Я чувак из новостей, прикинь. Ты купить можно? Черт, извините. Так, что я хотел? Я в телефон, дерево. Ничего пока не открылось. Вот это. Давайте быстрее, хочу поиграть. О, с первого раза, прикинь, как быстро. Че надо найти? Выследи цель и следуй за ней, пока мы не подтвердим свои подозрения. Надо выследить. Тебе не должна засечь ни цель, ни полиция. Это все, что файлер. Нужно знать. Тебе синий таскал. Не уезжает. В таком состоянии, я думаю, он не будет замечать меня. Надо просто выследить, да? Наверное... Или скачать информацию? Скачать, наверное, информацию все-таки надо. Ну? Не качает. Просканировать и... Вчера себе всю энергию потратил. Это сам простая. Практически, если он не повернул, надо... Вообще растерялся. Охуеть. Чё так далеко ты уехал? 200 метров, нихера себе. У него помощнее, чем у меня моцик-то будет. У него автомобиль. Да и что? Помощнее. Я всрал. Да что за хер? Так нечестно. Уже 300 с лишним метров. О. Хватит страдать. Надо собраться. Еще репа упал. Да вы пиздец издеваетесь. Еще давай сетевую. Надо убить? Наверное. Вот это я хочу. Бери мод. Кто у нас тут урод? Это вообще бомж. Репа падает, сука, противно.
Ну и где? Народ-то будет? Ну, есть. Его это что-то. Жеретреса. Ну что, у меня интернет работает? Карта. Еще. Так, откажемся от этой миссии. Так. Сетевой взлом давай. Один на один же лучше, чем много, да? Да. Ну давай, сетевая, подключайся. Чё не ищет? Да? Че это у нас? Не знаю. Взлом. Твоя цель — найти его, взломать и вернуть наши данные. Начинаем. Тормозни где-нибудь тут. Тут нигде не, нет стоянок. Точно. 911, что у вас произошло? Полиция, быстрее сюда! Стреляют! Приезжайте! Пришлите побольше людей! Поймет, не поймет? Не знаю. Может быть, не поймет. Может, даже и да. Ты видишь его? Нет, вон он. Увидел тачку попросту. Тебя сканируют. Блять, нечестно, уже третий раз подряд. Она сразу поняла, как так? Да, потому что в телефоне сидел. Или не знаю как. Шлюха какая-то. Может, поняла, потому что она заметила, как ты, наверное, припарковал машину. Возможно, кстати. Там просто не очень удачное место было. Да. А на другой стороне ж может было еще, наверное. Еще раз, я хоть всю репу просру, ну давай еще. Давай найдем сначала, где есть в этом районе место, где припарковаться. Надо где припарковаться, вот боковые, помнишь? Да, где? Да, да. Я там тупо припарковался, даже где заправка. Тут нет вообще где. Тут горы. Вот, вот. Вот, вот. Точно. Тут надо было здесь. Да, вот здесь надо взять все эти машины и ждать. Где-нибудь в этой тачке. В простенькую машину. Так, вот выключил. Если что, сразу же заводим. И валим. И уезжаем.
Там, тут, кстати, очень хорошее место для быстрого ухода с позиции. Ну, давай, едем. Сигнальный. Врезался? Нет. Принять, конечно. Я сейчас другое место кину. Твой коллега стал работать на конкурентов. И тыримся мы. Взломал? Да. Все, просто тырься в машину, да и все. Обычный седан. Не подозрительный. Так. Это у нас обычный водила. А это у нас второй водила. Но бамбук. А это третье водило, наш сканируемый. Конечно, вот эти пацаны палят нас. Что это? Вас сканируют. Ну как так? Да без понятия. Да. Не прёт всё. Тут, сука, двое гражданки, блядь! Смотри-ка, всё больше и больше увеличивается. Потому что он тоже едет. У меня простой седан. И сразу же загруз. Наверное, когда он стрелял, все, скрылись. Фу, объехал. Да. В другой раз буду стараться. Хоть сколько-то. Хоть я двух гражданских задавил. Хоть репу ниже. В минус. Надо опять восстановить. Да. Сейчас еще. На сетевом взломе. Что у нас тут? Сетевые гонки. Что это? Испытание сети ОС Мобайл. Хуйня какая-то. Надо сменить тачку для меньшего подозрения. Гонки там, что ли, сетевые гонки? Наверное. Так. О, карта. Денежки. Там мне не нужна карта, я сейчас другую ищу. Замки. Да. Но все равно деньги нужны. Денег бешеное количество, куда мне? Еще 1000. Время 7:30, что? Да. У меня почему-то теперь сейчас FPS в Watch Dogs не проседает. Да, это заметно. Он, кстати, когда ты смотрел репу, он что-то до 120 FPS показывал. Ну, там всегда так. Я парень из новостей, хочешь забыть меня? Порог сердца. У меня есть. Блять. Что это у нас? Это взрывчатка. В
Что у тебя продается? Одежда-то? Нет, лекарственная. Аллергия. Это, наверное, аптека. Наверное. По большей части, наверное, все-таки да. Брилик. О, нарушитель. Поймаем его. Блять, я полгода еще за ним буду бегать. Надо было все-таки сесть в машину. Рано. Скажешь, когда будет 10 секунд? Да. Останется? Да. Хорошо. Догоняем, он устает постепенно. Давай, уже близко. Давай! Все. Вот так вот делается. Так. Репутация. Я принял? Да. Твой коллега стал работать на конкурентов. Твоя цель на блин, машин ни хрена побьется. Да данные. Вы издеваетесь? Из-за того, что он пехом был, я тоже пехом? Пидорасе. Рано. Почему? Просто рано. Вон тачки, к ним подойду. И сядешь, да? Не, буду просто здесь кругами ходить. Или на столб облокотись. Как? Ну ты ж подходил тогда к лестнице. Просто подходил. Просто вокруг да около ходить будешь. Вот так. Где он тут? Вон он. Вон где стоянка, надо вон туда. Точно. Видишь? Да. Аккуратно сейчас этого выйдешь из зоны. Офигенно я хожу тут. Да. Не, ну он все-таки офигенно ловит, конечно же. Вижу ее. Главное, сейчас не очень быстро согреться. Да, кстати. Уже не агрится. А уже все, до стоянки нельзя. Да. Где она? В тачке, видимо. Жаль, нельзя с кем-нибудь в диалог вступить, например. Просто, чтоб так вот не палиться. Просто буду ходить дальше. Он и не поймет. Не знаю, не знаю. Может и поймет, потому что он как-то... Походу не поймет. Я тупо хожу! Рядом со мной пробежала дура. Это мужик был. Да пофигу.
Готово. Эх, чуть-чуть не хватило. 50 оков всего лишь. Походу новичок. Так. Также.